Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Мангистау» самая вкусная программа «Студия кухни». Я ее ведущая Аида Садаткозе. И сразу же вначале хочется задать вопрос, что вам приходит первое на ум, когда вы слышите о профессии журналист. Это, конечно же, человек, берущий интервью и активно пишущий текст. Но на самом деле скажу я вам, что журналисты очень разносторонние личности. И это вы узнаете сегодня в специальном выпуске программы «Студия кухня», приуроченной ко дню работника СМИ. Ну а мы начинаем. Оставайтесь вместе с нами, потому что сегодня будет очень интересно. Поехали! Мой первый гость, Айнур, привет! Жаксе Узен, как у тебя дела? Уважаемые телезрители, у меня в гостях мой первый гость. Это корреспондент информационного отдела Айнур Маратказа. Когда-то вместе с ней мы вели программу Сулулар Студиса. Айнур, помнишь эти прекрасные времена? Арене Исенде, Кереметр, Бағдарлама болды, көрерменнің көңілінен шыққан, есімде қалған бағдарламалардың бірі болды. Өте қызықты кездер еді, оны өзің де жақсы білесің. Екеуміз бірге әртүрлі тақырыптарда, әйелдерге жақын тақырыптарда қозғайтын едік. Қонақтарымыз да әлі күнге дейін осы бағдарламаны айтып жүреді. Я тоже помню эти прекрасные времена, они навсегда в моей памяти. Ну что, Айнур, давай расскажем нашим телезрителям, что мы будем готовить сегодня, а потом продолжим наш разговор. Мен әзірлейтін тағамым маклюбе деп аталады. Бұл арабтың ұлттық тағамы. Яғни өзбектің палауы бар ғой, сол сияқты арабша палау деп айтсам болады. Маклюбе деген сөзі орыс тіліне перевернута деген мағынаны береді екен, яғни аударылған деген. Ең ерекшелігі бір қабат болып тұрады, әрі мәселен еттен бастап бірінің үстіне бірін жинақтаймыз. Ең қиыны сол тағамды аударғанда барлығы әдемі болып шашылып қалмай түсу керек. Ну что, Айнур, давай расскажем нашим телезрителям. Первое, что нам понадобится, это мясо говядины. Ет. 1,5 килограмм. Көлеміне қарай, мен көп адамға жасайын дегесін, көбірек алдым. Сәбіз, жуа, картоп керек болады. Өзіңіз көріп тұрғандай қызанақ. Баклажан. Зеленый горошек. Итак, Айнур, мы уже порезали мясо заранее. Ингредиент. Так, мы с тобой уже все подготовили. Наша духовка с маслом уже подогрета. К чему мы приступаем? Бірінші әрқайсын бүлік-бүлік майда қуырып аламыз. Бірінші баклажаннан бастайын деп тұрмын. Сәбіз. Барлығын бір майда қуырам. Ыдысқа майды көбірек құямыз. Қазір қыздырып жатырмын. Жалпы мен телеарнаға келгеніме 2012 жылы келдім. 8 жылдай болыпты. Сол уақыттың көп бөлігінде, көп бөлігінде біразында, 5-6 жыл тақырыптық бөлімде жұмыс істедім, бағдарламалар әзірледім. Елдерге әртүрлі. Ал жаңалық қауысқаныма осы бір ақ жыл болды. Жалпы әр бөлімдеде бір өзінің жұмыстың қызығы бар, қиындығы да бар. Мынау жеңіл, мынау оңай деп айта алмаймын. Мәселен, тақырыптық бөлімде бағдарлама әзірледі, біздерде жаңағы республикалық арнадағы сияқты дайын нәрсеге барып оқи салмаймыз ғой. Біздер қонақты өзіміз табамыз, тақырыпты өзіміз табамыз, сценарий жазамыз деген сияқты. Кейде киімімізге де үстімізге кетіп өзіміз табамыз. Барлық ұйымдастыру жағынан өте қиын. Ал жаңалықта ақпаратты барынша нақты, тез дәл беру керек. Өнінде өзіндік қиындығы бар деп ойлаймын. Сонымен қатар тақырыптық бөлімде көбінесе сыртқы бейнеге көп назар аударылады. Яғни көрермен енді жарты сағат бойы сенің бағдарламаңды қарау үшін тек қана сөзінде емес келбетінде келісті болу керек. Ойлаймын екеуінің де екі бөлімнің де өзіндік қиындықтарымен жаңағы жақсы тұстарымыз көп. Жаңалықта жүргенде енді көбінесе әртүрлі жаңағы түсірілімдер көп барасың, көп тағып жатады. Так, все понятно, да? Так, Айнур, мы уже с тобой пожарили, точнее, ты баклажаны. До какого состояния? Такого золотистого цвета, да? Yes.
дәп тұзамын. Потом ты что будешь делать, Анор? Кейін мен дәл осы майға сәбізді бұрам. Кезек-кезегімен сәбіз, артынша картоп. Ал етті, етті де бастайым, етті де майға салып. Бұқтырып. Ну, мы приступаем к жарке мяса. Итак, Айнур, мы пожарили с тобой овощи. А главный ингредиент – это мясо. Еще тушится, да? Так. Так. Ну что, Айнур, я думаю, что ты еще в процессе готовки. Ты сегодня у нас ответственна за самое главное блюдо, которое все в ожидании. Ты одна, поэтому я желаю тебе удачи. Я уверена, что у тебя получится очень вкусно. Я идеально посередине салат. Да, я к тебе еще вернусь, и мы посмотрим, что у тебя получится к этому времени. Ну а пока, уважаемые телезрители, я перехожу ко второй паре. Это также мои коллеги, можно сказать, не побоюсь этого слова, акулы пера информационного отдела русской редакции. Это Ая Гузмакенова и Салтанат Айджанова. Привет, девочки. Привет, Аида. Как у вас дела? У нас все хорошо. Как настроение? Настроение такое, в ожидании чего-то вкусного. Надеюсь, сегодня постарается и выложит у нас что сделает очень вкусное, приготовит блюдо. И самое главное, вложит в это свою душу. Мы тоже Салтанат как бы не в стороне. Мы делаем с ней салат. Ага. Очень важный, кстати. Очень важный. Да. Чем он важен, Салтанат? Вы же знаете, что салат это вообще вишенка на тортике, наверное, в каждом казахском дастархане. И чем круче салат, тем он и лучше. А вообще впервые ли принимаете участие в таком роде формата программы? Да, я впервые принимаю участие, и для меня это какой-то такой опыт очень волнующий, можно сказать, волнующий. Салта? То же самое, соглашусь, Айка. На самом деле, не все знают, что я готовлю. Вот сегодня благодаря тебе все мои родственники, все мои знакомые узнают, что я готовлю. Причем очень вкусно, не жалуются мои родные. Отлично. Ну что, девочки, что вам понадобится для этого салата? Давайте расскажем нашим телезрителям. Ингредиенты все простые, не гламурные, можно так сказать. И он нравится всем. Так, здорово. Ну что, девочки, что мы делаем? Я уже начала чистить вареное мясо. Так, да, а я буду переть на терке, ты, Аида, можешь... Что мне делать? Мы будем тебя тоже эксплуатировать. Давайте, конечно, меня эксплуатируют все гости. Все гости этой программы. Немного на шинковое отделе, но немного. Да, и не зелень, а чеснок. Чеснок. Тем более сейчас в такое время надо... Да, вы уже достаточное количество времени работаете на областном телевидении, телеканал Мангистау. А я с какого года? Я работаю на канале ровно 10 лет. Последние пару лет я поняла, что журналистика – это мое призвание, и все остальное мне неинтересно. Поэтому я продолжаю работать на канале. И буду продолжать, наверное, до пенсии. Так, а Салта, у тебя как, с какого года ты работаешь на телевидении? Я пришла на телевидение в 2013 году, в таком осознанном возрасте, 21 год. Так, я не смогу, не поделюсь романтической какой-то историей, когда рассказывают же многие мои коллеги, как-то они мечтали об этом с детства, смотрели на них. Такого у меня, к сожалению, такой истории. Задумалась я о журналистике в 11 классе, а пришла уже в 21 год. Вот по сей день работаю здесь редактором. Журналистом, корреспондентом. Наверное, в жизни такой правильный выбор должен сделать вот именно в профессии, когда ты выбираешь себе спутника жизни, тоже не должен ошибиться. И вот выберем друзей. В трех случаях мне повезло, работа у меня любимая, коллектив отличный, готовы мы с утра до вечера работать,
если есть кому следить за нашими детьми. Отлично. Ну, девочки, я тоже не могу не рассказать нашим телезрителям, что были такие моменты, когда вы в редакции оставались сами, отвечали головой за то, чтобы как можно быстрее подготовить материалы, не срывать эфиры, потому что все новости у нас проходят в прямом эфире. Было такое, да? Вот. В каждой работе, как ты только что, Салтанат, рассказала о плюсах и минусах, да? Вот, Аягуз, в твоей профессии ты недавно еще и стала шеф-редактором новостного отдела. Вот есть ли минусы в твоей работе? Конкретно лично в моей работе, конечно, каждый человек будет видеть минусы. Я каждый раз оцениваю свою работу, что я делаю не так, провожу какой-то мозговой штурм, всегда анализирую, что можно, может, надо было так что-то написать или что, или так, например, написать. Но это, я думаю, везде есть. Uh-huh. Минусов в своей работе нет, кроме того, что, конечно, у нас в регионе есть такая проблема, как нехватка профессиональных кадров, но мы своей редакции как бы не плачем, не ноем. Да, мы это я вижу, да. Как можем, uh-huh. учимся друг у друга, uh-huh. стараемся не отставать ни от республиканских каналов. Угу. Мы стараемся подавать новости как-то необычно. В новом формате, да, наверное, да? Вот это вот именно, когда тебя хвалят и говорят, что вы молодцы, вся редакция, вы молодцы, вот это вот очень приятно, это мотивирует. Стимул дает, да? Так, Салтанат, давай, как нужно готовить яйца? Грибы мы подготовили заранее. Теперь наш следующий шаг, да, Салтанат? Обжарить лук. Грибы. Ну, отлично, да. Мы как раз сейчас вернемся к Айнур, посмотрим, что она там у нас делает интересного, да? Мы с Салтой пойдем пожарим грибы. Возьми, пожалуйста, масло. Так, берем масло. И пошли к Айнур. Здесь вообще замечательный запах, очень вкусно пахнет мясом, луком. Так, Салтанат, сразу заливаем маслом. Мы заливаем маслом. Совсем немного, да, Салтанат, для салата нужно будет? И ждем, пока что-то согреется. Все на самом деле очень странно, да? Когда на кухне сразу три женщины. Три женщины, да. Но, как видите, мы, в принципе, дружно, весело готовим, потому что мы работаем вместе, постоянно вместе, видимся, и нам не привыкать стоять друг друга. Хорошо, близко. Ладно, немножко да. мешать. Да. Попожарить, наверное. Давайте помогу. Так, попожарить, а потом я могу уже покладывать. Хорошо. Вот так вот мы все друг другу помогаем. На одной. Понимаем. Да. И ждем, пока доложилось все корочки. Ждем и потом добавляем грибы. Угу. Так. Надо ждать, чтобы цвет не потерял. А Салтанат, сама больше всего что любишь готовить? Первое, второе, там десерты? Честно? Вообще любишь ли баловать своих домочадцев всякими вкусностями? Конечно, люблю, но это, опять-таки, очень редко бывает, uh-huh. чтобы я так готовила дома. Потому что, опять-таки, за работой рано выходишь, uh-huh. поздно возвращаешься. Uh-huh. И для меня самым легким, прям самое легкое блюдо в приготовлении – это ед. Uh-huh. Закидываешь мясо в райнайде. И все готово, да? Все готово, да. И жайма, кстати, не покупное, вот прям собственноручно, да, потому что uh-huh. прям по-другому никак. Uh-huh. Самое легкое, самое быстрое, самое любимое блюдо uh-huh. моей семьи. А так вот прям поварской любви у меня нету uh-huh. к готовке. Айнура, у тебя есть поварская любовь к готовке? Салтанат уже, да, закинула в сковороду грибы. Так как масло сухое, надо добавить. Так. Аида, менің етімде дайын болып қалды. Яғни енді үстісіне қоя беруге болатын ингредиенттерді. Торт сияқты шығар ғой, қазір аударған кезде барлығы.
То есть мы ничего не перемешиваем, все по слоям выкладываем. И потом не забывайте, уважаемый телезритель, что мы все это переворачиваем, да, Инур? Самый такой интересный, момент. Ответственный момент. Так, Салтана, до какого состояния мы жарим грибы? До полного, но так, чтобы не перегорело, все следите, потому что грибы у нас прям быстро жарятся. Быстро жарятся, да. Следите, следите. Ну, тоже наш такой самый главный ингредиент в нашем салате – это грибы, потому что грибы у нас очень калорийные. И вместо мяса даже можно иногда некоторые используют. Вот Айка, да? И ты не дашь мне соврать. Грибы вместо мяса. Я правильно? Да, да, да. Они же очень белковые, в принципе, сытные, да? Не дают, да. Так, Айнур, ты пока можешь слоями все выкладывать. Как раз пока Салтанат здесь, мы заснимем этот твой момент, как правильно все это выполнять. Что тебе, картофель подать? Так, здесь баклажаны. Не забывайте, что заранее мы все это слегка поджарили, да, Айнур? Теперь выкладываем все слоями поверх мяса, ничего не перемешивая. Здесь до боли знакомые, родные мне лица, девочки с тематического отдела. Салем Каздар! Салем! Как у вас дела? Очень приятно вас здесь видеть, вы такие красивые. Спасибо. А, как у вас дела, как настроение? Очень приятно вас видеть. Девочки, для начала давайте расскажем, что мы будем готовить сегодня. Самое главное, тез дайындап береміз, да? Күттірмейміз көп. Хорошо. Прекрасно. Девочки, мы что будем готовить? Біздің дайындайтымыз енді ең қиыны, ең ұзағы. Айта енді бағдарламаның бүкіл уақытыларын шығармыз. Бірақ күннің ыстығында сіздердің барлығыңызды салқындату үшін біз лимонад дайындаймыз. Және де егер шай ішкісі келіп бастар ауратыңыздар болса, міндетті түрде Ташкент сізге шаймен барлығыңызды. Здорово. Что нам для этого понадобится? Бізге ол үшін мятаға тақтар керек болады, лайм және де лимон керек болады. Сонымен қатар жаңағы ташкентский шайымызға бізге арнайы өзің дәмдеушілер бар шайларымызды да алып кетіп, соны қайнатып дайындайтын боламыз. Және де мұз. Ну что, девочки, я желаю вам удачи. Давайте приступаем к работе. Но в это время я представлю нашему телезрителю каждого из вас. Гульзада, давай начнем с тебя. Когда-то в 2014-2015 году мы с тобой ввели телевикторину «Лови удачу». Помнишь ты ли эти времена в прямом эфире? У нас был очень интересный формат. Мы тогда выглядели одинаково, наши прически, стиль одежды. Все говорили о том, что двойняшки, близняшки ли мы. Даже в прямом эфире нам звонили, задавали этот вопрос. Хотя мы совсем, нам кажется, да. Енді әрине есте ол бағдарлама, екіміздің алғашқы жүргізген бағдарламамыз болды. Ол кездегі Қазақстан Ақтау арнасына келгендегі біздің ең бірінші жүргізген бағдарламамыз, есімізден кетпейтін бағдарлама. Оның үстіне бір ұзақ жүргіздік. Қызықтары да көп болды, тікелей эфир, көрерменмен сұхбаттасу, әр көрерменнің көңілін табу біз үшін. Енді келіп жатқан журналистер, жүргізушілерге бұл өте қиын. Тікелей эфирде оның үстіне көрермендермен тілдесіп тұрып жүргізу. Бірақ біз сол тапсырманы жақсы алып шықтық деп ойлаймын, өйткені халықтың есінде сол жеңісті. Бағдарламасының жүргізушілері ретінде Аида мен Гүлзада, оның үстіне атымызбен өзімізді шатыстырып алатын көрермендер көп болды.
сіздер айтып жатқан кезде мен қалып жатырмын уже дұрыс қой иә сізбен шаруаны керек деп тез дайындаймыз деген тез дайындауға кірістік біз так гүлзада что мы делаем индира біз сізбен салдық 500 грамм ғой иә бізде 500, 600, 700 болса, ол қою болады. Кішкене, мектеп ойы болуына да жақсы қалымдар болады. Жұмыртқамыз. Қазір бізде 4 жұмыртқа қойғанбыз, бірақ біздің сүзбеміз кішкене сұйықтау сияқты, сондықтан біз үшеуіміз ала қойет. Так, ну а пока в это время, пока Гульзада взбивает яйца, я представлю нашим телезрителям тоже известную телеведущую нашего региона, это Индира Сатинбай, которая ведет программу «Сыз не дейсіз». Индира, ну, Инда, у вас тоже разные программы, имею в виду сама тематика, разные герои. Расскажите подробнее о своей программе. Какая она? «Сыз не дейсіз» Минка, ток-шоу. Ток-шоу, где-то хабарым. Ток-шоу деген, осы телеарнада, ең үлкен хабар. Барлардың бірі болып есептеледі. Көлемі жағынан, шақырылатын қонақтарының көптігі жағынан, сосын тақырыбы жағынан. Енді әлеуметтік ток-шоу болғандықтан түрлі-түрлі тақырыптар қозғалады. Біздің мен студияма кім келіп, кім кетті десеңізші. Әр кезеңде 10-15 адам қатысады хабарға. Хабар енді қызық, дайындау барысы қиындау, оңай болмайды. Бірақ жақсы көрерменге қажетті хабар деп ойлаймын. Өзі көрермендер тұрақты бар хабар. Продолжение, конечно же, будет и в новом сезоне. Бюрса, поэтому ждите хороших новостей от Индиры тоже. Ну а мы, что мы делаем? Итак, здесь у нас есть специальный прибор для этого всего. Как видите, техника до чего дошла, что мы не пачкаем ничего лишнего, ни руки, ни посуду. Так, все, да? Все, да? Насколько, на какое время мы ставим уже, да? А, тесте. Пока готовится наша творожная запеканка, я продолжу разговор с девочками, а именно с Халамкас и Саиром. Халамкас, давай подробнее начнем с тебя, что ты вела до этого программы «Дарабос», «Орта Толсен», затем свою программу «Дарабос» ты передала эстафету мне и ушла в самую главную работу для каждой девушки, это, конечно же, материнство. Недавно ты вышла из декретного отпуска, у тебя новые планы на ближайший год по работе. Расскажи, пожалуйста, о них подробнее. Жұмысқа қайтадан шықтық, алда уақытта әрине жоспарлар бар, жаңа жобалар ойымызда бар енді қазіргі жазбаусында және әлемдегі болып жатқан жағдайға байланысты. Мүмкін баймалар бастырып шығамыз, күзге қарай мүмкін жаңа жобалар күнін көріп қаларсыз. Қазірге енді осылай сіздерге қонаққа келіп тұрамыз. Шайымызды дайындайық, лимонадымызды. Біз барлық ингредиенттерді салдық мына жерде, өзіңіз көргендей. Отлично. Так, пока Халамкас у нас заваривает чай, Айгерым, давайте перейдем к тебе. Ты у нас ведешь утренние программы, развлекательные программы. Помимо этого, ты недавно отснялась в главных ролях первого сериала Мангистауской области под названием «Тумар» в главной роли. Вот, Айгерым, расскажи, пожалуйста, сниматься в сериале, принимать участие и сниматься вот в телепередачах – это совсем разные вещи, либо же есть какие-либо сходства? Текстімді да, киімімді де қалай жүру керек, қалай сөйлеу керек барлығында айтып береді. Енді киноға түсерін экранның аршағында қарап отырып, бізде сын айту ол оңай ал. Расымен де, сол жерде ішінде жүріп, ойнап, рольге кіру ол мүлдем бөлек. Эмоция жағынан маған ол жақта қиын болды. Жылау жағынан болды.
Мен жыламаған қиынға соқты. Жалпы айтқанда, киноға түскен ұнады. Маған бұйырса енді алдағы уақытта тамыз айында көретін боласыздар. Қалай шыққан. Өзімде асыға күтіп жүр үшінді айтам. Поэтому, уважаемые телезрители, не пропустите первый сериал Мангистауской области. Мы знаем и уверены, что будет очень интересно. Да, Игорь? Бұйырса. Ну, а мы продолжаем. Заливаем все это газированным напитком. Халамхас заливает кипятком. Ну что, девочки, наши напитки уже практически готовы, да? Осталось, чтобы все это настоялось. Я бы 5-6 минут кишкине тұрған жақсы, дәмдері бір-біріне араласа. Содан кейін. Ну что, наши блюда практически все готовы. Вот такой вот одной дружной командой мы приготовили несколько блюд. Оставайтесь вместе с нами, вы сейчас увидите, что из этого у нас получилось. Айнур, твое блюдо готово? Дай Бога. Ага, самый ответственный момент. Давай. Вау! Свободные места, да, и нурмы заливаем кефиром. Последний штрих, я. Телезрители, такой красивый, красочный дастархан у нас получился вместе с моими коллегами. Это только маленькая часть нашего дружного коллектива. Все ребята у нас очень креативные, очень интересные. Вы сами каждый день это видите. Дорогие коллеги, большое вам спасибо. Я желаю вам, всем нашим телезрителям, крепкого здоровья, процветания в работе, исполнения всех желаний, всего самого наилучшего. Бирса через 30-40 лет. Я думаю, что мы уже будем взрослыми женщинами, которые придут, как наши ветераны сейчас приходят к нам в гости, будут показывать нам этот эфир, а мы с улыбкой вспоминать наш сегодняшний веселый выпуск программы «Студия Кухня». Еще раз вам всем большое спасибо. Привет, спасибо, что пригласила.